Всем привет, дамы и господа, с вами Кентавр, это игра Ark Survival Evolved. И да, я на море, решил, короче, искупаться, решил, короче, помыться, потому что персонаж работал целый день и очень-очень нуждается в воде. Так, нет, ребятки, здесь у нас мы ничего искать сейчас не будем. О, птерчик, где у нас птерчик? Почему я сейчас так интересуюсь птерчиком, все, наверное, спросят. Да потому что, ребятки, мы поменяли сервак. Получается, мы играли, смотрите, в какого я, во-первых, левела. Я 16-го левела, и это очень круто, потому что мы начнем свое выживание сначала. Ну, уже как бы не первый левел, уже плюс. Птер решил искупаться. Так, а ну-ка дай мне бинокль. Мне сейчас строго нужен птеранодон 66-й, как бы хороший. Но все же можно было приручить, то есть можно приручить кого-то другого. Друзья, мы на карте Вулкано. Ну, карта Вулкан. Так, привет, есть какой-нибудь ненужный... Что-то там мне пишут. Ага, пишут, короче, пишут в Стиме. На карте Вулкано, и поменяли сервак, потому что там у нас была какая-то проблема. В один день получилось так, что все постройки, вообще все постройки из с той карты, с того сервера пропали. И мы сказали, нет, так нельзя. И вышли оттуда и сказали, ну его нафиг. И решили, короче, найти сервак, который полностью чистый. И вот он, полностью чистый сервак, где написано тут дни, даже не знаю даже сейчас. О, день 22, справа, ребятки, вот здесь справа, 22 день. И я 16 левела. Это наша база, кстати. Такая начальная база. Конечно же, была сначала деревянная. Потом хоп-хоп, быстренько сделали каменная такая вот, каменную такую вот базу. Ну, базу. Это домик. Домик, ребятки. Вода есть, все уже протянули. Все у нас тут можно жить, короче. Все прикольно, все прекрасно. Здесь у нас даже зажечь можно, да? Да, чтобы было более-менее светло. Это что там? На кого он пялится? Что он там увидел? Овераптор. Да. Нам сейчас овераптор не нужен. Друзья, давайте покажем, какая у нас база. Так, вот она. Балкончик. Это довольно красиво. Давайте я все статы выключу. Красивенько так у нас вроде все выглядит нормальненько. Здесь у нас загончик для животных. Делаю такую маленькую экскурсию по нашей маленькой базе. И заходим прямо в дом. Да, здесь, конечно же, скамеечка. Можно присесть. Вот такой вот, короче, я. Такая вот сельская местность, короче. В одежде кожаной. И, к сожалению, надо будет прокачиваться заново. Прокачиваться заново, томить всех животных и расширяться, расширяться и расширяться, друзья. Вот такой вот, короче, сервак. Вроде бы только был вайп, как я понял. Получается, вчера или сегодня, хер его знает. Но ребята говорят, вроде нормальный, так что можно играть. И народу тут довольно мало, и никто мешать не будет развиваться. Так что если вы хотите поиграть, как говорится, быть нашими соседями, то без проблем, ребятки, в описании будет название сервера. Так, Мариванна. Мариванна, кстати, это мне. Это дали мне, так что изменить имя. Давайте сделаем. Это у нас пока что будет, так, секунду. Вот так вот. Кент первый. Ой, тихо. Первый мой Дина, короче. Кент один. Все. Чтоб все знали, что это мой раптор. Так, друзья. На самом деле у меня сейчас проблема в другом. Так, давайте закроем все это вот дело. Надо сейчас найти очень быстренько. Найти прям очень быстро птера. Потому что же делать на карте, на любой карте Ark Survival Evolved. Так, давайте факел все-таки выключим. Блин, база все-таки прикольная. Наши ребятки построили и постарались как бы туда-сюда. Все у нас получилось, как говорится, хорошо. Давайте тебя прокачаем. Так, что у тебя тут есть? Урон в ближнем бою, елки-палки, 2000 этого здоровья. Выносливость 690, да, ему хватит по идее. Так, здесь у нас что? Урон. Давайте ему сделаем, во-первых, скорость 130, ну уже почти что 130. Можно считать, что это 130. И идем искать птера. Нет, 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 кое-что я забыл. Друзья, кое-что я забыл. Так, Кент один, стой на месте. У меня еще деревянные пики, топоры и так далее. Мне нужно быстренько взять. Сделали вроде бы уже
все железное. Так, берем топорчик, берем пику БУ. К сожалению, пика БУ, но ее, конечно же, можно починить. Возьмем, ребята, быстренько вот такие вот. Так, что у нас тут есть? Факел мне сейчас не нужен. Если что, сделаю факел. По идее, нужен всегда. Он нам дает немножко тепла. Немножко тепла. Если мы бегаем с факелом, нам будет намного теплее. Кстати, если я хочу все-таки кого-то притомить, давайте все-таки возьмем вот эти вот штуки. И возьму, конечно же, арбалет. Раз дают арбалет, сделаем вот так. Так, где он? Стрелы есть. Где починенный? Я же вроде чинил. Вот он. Так, тебя, короче, я поставлю вот сюда вот. И стрелы ставим вот так. Все, погнали. Места. Возьмем места. Да, ребята, у нас, смотрю, тут работают стаки на этом сервере. Есть вот так вот стакуется 300 мяса. Это очень много. И здесь у нас промит тоже стакуется по, я не знаю, 1000 или 500. Я этого не знаю. Мы еще как бы до максимума вроде бы не доходили. Но посмотрим. Так, погнали. В поисках, как говорится, птера. Птер. Ну вот они же летают. Давайте посмотрим. Так, птерчик. 42-й. О, какой у него раскрас серьезный. Ёлки зеленые. А ну-ка. Какой же у него цвет? Такой зеленый-зеленый, прям капец какой зеленый. Так, погнали. Офигеть, смотрите, какой красавец. Нехило. Вот это у него цвет. Ну как, можно, конечно же, получше, я думаю, но такой яркий цвет. Чё-то тут, короче, с цветами не то, потому что все дины, которых я встречал, все дины... Да, блин, повернись ты лицом, ёлки зеленые. Так, ёлки зеленые, чё ты это вот? О, я дал ему 6 дамага. Отлично. Так, погнали. Погнали, будем искать себе... Птерчика, надо мне это, подняться повыше. Давайте поднимемся повыше. Там надо, нам надо туда, короче. И... О, там у нас... Что-то туман или что-то вроде этого. Погнали. Так, ребятки, у нас еще Новый год, кстати. Здесь, я смотрю, у нас есть елочка еще. Я не знаю, есть на всех серверах сейчас елочка или нет. Но здесь, по крайней мере, я вижу, елочка есть. Зима у нас, снег. О, птерчик. Птерчик. Музыка. Что-то такой шумный раптор, блин. Я им вообще повыключал бы эти вот звуки рапторов, рапторам, потому что они очень шумные. Так, давай, смотри на птера. Где он был? Был тут птерчик. Там есть один птерчик. Да давайте вот так вот. И... давай, смотри на него. Так, 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 так. 96-й, кстати, неплохой. О, там еще один был. Но сначала давайте посмотрим, что же есть под елочкой. Под этой вот елочкой должно что-то быть. Так, здесь ничего нету. А, вот почему музыка играет. Так, давайте посмотрим, что в нем такое. Так, это надо выкинуть. У него что-то перевес, мне кажется. Это вот выкидываем, это выкидываем, выкидываем. Пики выкидываем. Костер пока пусть стоит. Камни не нужны. Это выкинуть, это выкинуть. Это тоже выкинуть, выкинуть, выкинуть. А, что еще можно? Ну, это мне не понадобится. Ну, короче, о, буря. Буря. Шумно, короче, очень шумно. Так, давайте посмотрим. Это у нас Раптор Дед Мороз. Добрый день. Сэр. О, да он поздоровее такой. Че ты дергаешься? Нормально все. Да, ничего такого не случилось. Да, давайте я его прям рядышком поставлю. Вот так вот. И посмотрим. Кто у нас будет? Нехило. Ёлки зеленые. Вот это вот, да. Разница между ними. Да, это у нас притомленный раптор обычный. А это у нас... Такое ощущение, что кто-то сейчас придет и нападет на меня. А это у нас раптор Санта. Санта Раптор 48-й. Ну, у нас 252-й раптор. Это подарила мне Аркмама. Так что притомила и сказала: Кент, это тебе. Раптор, дай подарки. Подарки дай. Иди сюда, маленький. Иди сюда, сказал. Сейчас идти. Давай, давай, давай. Эх, давай. Вот, попасть, попасть, попасть. Укусить, попасть. За жопу, за попку. Давай, давай, дай, дай. У него же подарок. Давай. Ребятки, чтобы получить этот подарок, на самом деле, нужно раптора догнать. Догнать и, как говорится, обезвредить. Эй, не туда. Так, камеру я включил, но это не надо было. Не надо было делать. Так, секундочку, ща нормально будет.
Главное, чтобы у меня стаминочка не закончилась, но я чуть думаю, что стаминочка как раз и закончится. Опля, поймал тебя, вот так тебе, дай подарок, подарок. Ну, подарок, дай сюда, сказал. Так, 66 дамага дает мой раптор чужому непритомленному раптору. Он подыхать будет, нет? Сколько у тебя хп? Я не понял, что так много, тебя бить надо. Так, давайте еще, давайте вот поменяем ракурс, вот так. Что-то он какой-то реально живучий. Ну, посмотрим, это все-таки Санта-Раптор, поэтому у него, наверное, так много здоровья. Так, странно. Ну, в паузе, на паузе, короче, побьем его. Так, стаминку вроде более-менее восстановил, он вроде бы красный, так что можно его бить дальше. Красненький Раптор, у него уже кровь уже везде. Нах. Не-не-не, не ешь, блин, я его съел. Давайте посмотрим, что взял этот 250 525 мяса. Так оно было или я не помню. Подарок. Ага, соберем, короче, скин на мантик. Такие звуки, блин, на мантикорные вот эти вот, мантикорную типа броню. Так это вот можно собрать. Это я пока что забирать не буду, потому что у меня и так будет перевес. Так, у меня левел ап, то есть можно персонажа прокачать. Давайте его вес пока что прокачаю. И пойдем дальше. Мне кажется, у тебя тоже есть, да, нет? А, здесь мы не пройдем. Надо отсюда выйти. И ищем дальше, ищем птера. Ребята, я смотрю, тут у нас, я заметил этого птера 114-го. Это совсем неплохой птернодон, летательный аппарат, короче. Но, как мне наши друзья сказали, видели вроде здесь целых 100... Так, тихо. Так, надо повернуться, но он быстрее. Так, блин, у меня из-за перевеса я не могу его... Вот так, взад его. Вот так. Надо просто... Давай бить его. Короче, птеры тут побольше видели. Видели вообще животных 100... Есть, видели животных 170-х вроде бы, так что я точно не уверен, какой у нас левел тут максимальный на этом сервере. Но раз есть 170-й, значит 114-й, это будет довольно мало. О, у нас солнышко садится. И нихера не будет видно, да? Давайте факел включим. О, вот так вот, так, ищем дальше. Вообще-то, чё я парюсь, давайте все-таки притомим любого птера, потому что искать даже их будет намного легче, если будет на чем летать, друзья. Так, что для этого нужно? Так, балласт я вроде бы выучил, так где он? Вот он, балласт. Так, балласт у нас выучен или нет? Да, выучен, есть. Давайте его изготовим. Так, камень и кожа. Кожа у нас дофигища, можно сказать, а камень... Камень. Сейчас найдем. Вот он, камень. Сейчас будет и камень, будет и кожа, будет все подряд. Так что, ребятки, делаем, короче, балас. Быстренько, прям вот так вот, прям по-быстренькому. Сколько там камня нужно? Сделаем побольше их, этих баласов. Все, вроде бы собрал. Садимся на нашего Дина. И делаем... Блин, один балас это мало. Мало ли мне понадобится больше. Так, кожа нужна. Секундочку, кожа была в этом... А, волокно надо, понятно. Так, сейчас будет волокно. Вот оно, волокно, давайте собираем. Ребятки, тут у нас вижу X5, да, кстати, забыл сказать, здесь работает X5. X5, кстати, на приручение, X5 вроде бы на сбор ресурсов и на всем, если я не ошибаюсь. Так что реально тут выживать можно и, как говорится, даже нужно. Потому что легко это все делается и легко добиться хороших результатов. Тем более, когда тебе никто не мешает, это во-первых. И во-вторых... Так, это сюда. И во-вторых, когда ресы добываются довольно быстро. Вот он, да? Смотрим. Так. 114, да? Ну что ж. Тут, правда, ни хера не видно. Правда, вообще ни хера не видно. Давайте я выкину факел. Давайте зарядим наркострелами вот это вот. Отлично.
И что же я вам скажу? Баллас, короче, кидаем. Тихо. Куда пошел? О, попал. Падай. Так, раз. Давай. Два. Еще один балласт придется. Три. Кидаем еще один балласт на всякий случай. Вот так. Это на всякий случай. Так, заряжай быстрее, заряжай, елки зеленые. А ты падай, чего ты не падаешь? Должен уже спать. Терчик. Есть. Круто. Очень круто, короче. Я не помню там, сколько ударов можно сделать, пока балласт уже не будет действовать. Ну, сделали там, кинули два балласа, это нормально. 114, так, 114, как у него там это вот, статы, 1000 здоровья. Урон в ближнем бою 190, как бы неплохо. Выносливость мало, очень мало, скорость понятна. Так, ну что ж, уже это будет у нас первый птерчик, так что придется летать на чем есть. Так, что мы можем сделать? Во-первых, его надо... Да я даже не знаю, даже я не думаю, что кто-то успеет его... Мы же близко к дому. Я не думаю, что кто-то успеет к нему прийти, да и убить его, да? Вообще не думаю. Так, это у нас Стего был, да? Стего нам дает... Стего, ты где? Я знаю, ты от меня убежал. Но Стего дает нам мясо. Какого ты левела? О, 6-го левела. Маленький, иди-ка ты сюда. Так, давайте, пока он пойдет подальше от нашего птера, потому что он может его убить. Давай, гуляй. Гуляй, сейчас мы добудем. Добудем быстренько, очень быстренько добудем мясо. Стего нам в этом поможет. Так, все, можно уже бить. Давай, нормально. Стего нам дает 12 удара урона, а мы ему 66. Так что, ну, можно было спереди его атаковать. Два сырых этого Праймита, это очень мало. Это очень мало. Ну, 9 минут держится. Короче, чё я парюсь? Чё мы паримся? Сейчас мы быстренько пойдем. У нас дома есть Праймит. Очень много. Так, факел кинул. Надеюсь, с ним ничего там не случится. Так что погнали домой. Или даже не так, я вижу, тут у нас очень много стейков, так что придется мне все-таки вот это вот мясо выкинуть, выбросить, потому что это очень много, так, выбросить, это очень много веса. Здесь, о, птер начал, раптор начал бежать побыстрее, так, 50 этот, 4-й мне не нужен, стего, 30-й уровень, ничего страшного, иди сюда, вот так, нормально, бьем, добываем, ну, умирай, есть. Одно мясо? Это странно. Странно, сейчас найдем быстренько другого стега. Нормально все будет сейчас. Тик, стегозавр. На бронду, конечно же, не полезем. Но стегозавр мы 100 пудов быстренько найдем. Ого, там слева у нас так много рапторов и скорпионов, что прям мне страшно стало. Ну, я думаю, как бы я, может, и справлюсь с ними, но все же рисковать пока не будем. У нас сейчас задание другое. Так, бьем, конечно же, следующего стега. У нас 18-го левела. Отлично, давай. Мне еще один кусочек мяса. Я буду уверен, что 4 куска мяса на самом деле. Ну, не мяса, а этого праймита. О, даже целых 3 дал. Офигенно. Так что, ребята, идем быстренько и покормим нашего птера. Потому что, если я не ошибаюсь, если у нас x5, это должно быть очень быстро. Томление этого птера должно быть на самом деле довольно быстрым занятием. И не составит труда притомить птера за пару минут. А где он? А, вот он. Отлично. Так, маленький. Сейчас я тебе сейчас кое-что дам. Сейчас сделаем. Берем 6 праймита. Берем даже вот это вот на всякий пожарный, как говорится. Ну, дай пройти. Воу-воу-воу-воу-воу. Тихо. Скорпиончик, он спит, не бей его. Так, ко мне, меня кушать. Твою налево. Так, сейчас убьют его, я понял. Блин. Да, убили птера. Ничего страшного. Вот зачем, на самом деле, ребятки, нужны. Все-таки нужно было ставить шипы, чтобы нас вот такая вот участь не преследовала. Ищем другого птера. X5, ребятки, не будем отчаиваться. Так, мясо ставим обратно. Блин,
Сколько тут? Одна минута. А это одному мясу, да? Одному куску. Так, ищем другого птера. Так, идем туда. Кстати, что тут было? Секунду. В смысле? А, это у скорпиона было. Я понял. Кого-то он, походу, бил. Зеленая пика у скорпиона? Нифига себе. Нормально. Довольно неплохо так. Ты никак, блин, елки-палки. Мы тут на записи. Так, тебе прокачать нечего. Мне я себе прокачаю сейчас два левела на здоровье. На здоровье, на вес. На вес, все, ищем. Чего тут так много их? Раптор гонит Фиомию. Там еще один раптор бегает. А здесь у нас еще два раптора. Охереть, как вас много тут. Ребят, что-то вы тут это... блин, елки-палки. Оу. Пещерка. Неплохо. Пещерка это неплохо. А там, кстати, один... Блин, мухи. Да, здесь, короче, жизнь такая, как говорится, нелегкая. Но нормально. Давайте хитинчику, мясо наберем. Вот так вот, отлично. Ага, начинается. Тихо. Нам надо развернуться, надо такой, как говорится, кружочек сделать. И раптора в лицо бить. Даже их, даже тут две штуки. Ща быстренько завалим. У нас же раптор такой серьезный, мощненький, да? Да, ребятки, вас вот это головокружение сейчас преследовать будет. Блин, я бы сейчас это, в пещеру зашел бы. И было бы неплохо. Так, тихо. Попасть в вас надо. Давай. Поворачивай. Но, твою налево. Бежи. Че у вас так много? И тараканчики, и все, что хочешь. Как их там, муравьи, блин. Сейчас всех сломаем. Вот так. Давай. Кушай. Отлично. Птер, какого ты левела? Меня это сейчас интересует. Тихо. Блин, 12, это вообще смешно. Что это за пещера? Зайти можно? В пещеру. На птере или нельзя? Мне интересно, а? О, тут у нас жестко будет. На птере, на рапторе. Там я уже вижу врага довольно серьезного. Не-не-не-не-не-не-не. Рисковать. Так, Артоплевра 60-го, этот Богомол 12-го. Не, ребятки, сейчас рисковать не будем. В эту пещеру, блин, заходить не хочу. Пока что рано. Плюс к этому у меня левел очень маленький. Ищем дальше. Какие цвета у этих интересные, а? Да, блин, кошки. Кошка. Какого? Что? А, она переключилась на анкила. Нормально. Пусть кушает анкила. Там птер маленький, я видел. Тушканчик бегает. Прыгает. Малюсенький. Чё ты тут потерял-то, елки зеленые? Ой, я на КТРЛ хотел сесть, но он, походу, на КТРЛ не садится. На Ctrl. Так. Что у нас тут за птеры? Давайте посмотрим. Тут у нас летают, долетают. Так, 18-й, не то. Следующий, зеленый там какой-то интересный. 60-й, не то. Все же хочу чуток побольше, я понимаю, первый. Но все же 18-й, не то. Там у нас, наверное, бабочка. Так, здесь у нас тоже бабочка. Там у нас птеры гуляют. Так, смотрим дальше на семерочку. Или там не птеры? А ну-ка, сейчас посмотрим. О, там у нас уже 60-й рекс. И маленький птер. А там красный какой-то. 36-й, наверное. Не, на рекса сейчас, ребятки, на рапторе. Идти на рекса, это, наверное, глупо будет, так что идем дальше. Ёлки зеленые. 174-й самец птеранодон. Это охренеть. Так, секунду. А здесь 90-й. Ёлки-палки. Я понимаю, что... Оу, там сколько рапторов. Офигеть. Ребятки, нам это удастся не сразу. Ой-ой-ой, улетай, маленький. Улетай. Только не в мою сторону. Так, главное его не потерять. Бронто, вы что, не могли замочить этих рапторов? Они же на Бронто не охотятся. Так, давайте обойдем всю эту стаю рапторов и...
За... Да не каркай ты сейчас. А это, кстати, какой? Тут маленький есть. Тут какой-то гуляет. Но. А, 54-й, не то. А тот птер приземлился где-то в лесу. Придется за ним пойти поискать его. Так, ребята. Вижу. За камнем был. Влево. О, а их тут много. А их тут побольше. Ой, 156-й, там был 174-й где-то. Так, давай. Сиреники, блин, 54-й. Где же этот 174-й? Сейчас поищем еще. Вот он, нашел его. Нашел, 174-й, летает. Блин, да рапторы заколебали. Так, он улетает, смотрим за ним. Тихо, раптор, берись за другого. Найди другого, не меня, не-не-не. Я летаю за птером. Я убегаю за птером, ничего подобного. Сейчас нормально будет. Раптор пусть бежит. Ну, давайте все-таки его замочим, потому что птер прямо здесь, наверное, приземлится. Есть. Отлично. Так, раптор, сиди на месте. Блин, улетел. Улетел. Так, балласы. У меня балласы есть, так, смотрим, куда он летит. Не пропустить его. Ох, какой ракурс у нас тут. Блин, что за фигня? Птерчик. Вылезай. А, вижу, что-то вижу. Ну, давайте вот так вот посмотрим. Ну, он сейчас приземлится. Давайте мы балласт все-таки сделаем. Еще один. Это мне камень нужен. Сейчас будет камень у нас. Будет все. Мы это очень быстренько все делаем. Да, я знаю, у меня сейчас получается... Получается левел ап. Сделаем два балласа. Стрелы вроде бы есть. И это, наверное, он и есть, да? Прям ко мне идет. Да. Все. Он хочет быть притомленным. Давай. 8. И начинаем процесс. Раз. Так, погнали. Раз. Два стрела. Давай, по две стрелы, по три стрелы попробуем даже. Три стрелы. Берем баллас. Кидаем. Держим его на всякий случай. Мало ли, он может быть еще улетит даже. Давай, кликаем. Раз. Два. Ну давай. Спи, елки зеленые. Три. Попробуй четыре. Четыре. Баллас. Кидаем. О! Он упал. Круто. 174-й. Офигеть. Так, у меня были. Иди сюда. Иди сюда, засранец. Иди сюда, меня защищать надо. А, вот они. Вот так. На семерочку быстренько его огородим. Даже. Это у него нос. Это будет вот так. Ставься. Спи, маленький, спи. Ничего страшного. Сейчас будет нормально. Сейчас мы его это огородим красивенько, чтобы его никто не дамажил. Надеюсь, здесь никто не пройдет. Нет, не пройдет. У меня чуток перс или устал, и что-то он медленно ходит. Но вроде перевеса никакого у нас нет. Так, следующий. Следующий, Коля. Так, секундочку. Так, это у нас дальше идет. Строечка таких колев. Так, секундочку. Да блин, не баллас бери. Да елки зеленые. Что-то не то взял в руки. Факел, лучше возьми факел. Вот так, чем этот баллас. Так, секунду, на семерочку. Так, закрыть. Главное, самое главное его закрыть. Если мы его закроем, то никакие у нас... Никаких проблем, в принципе, не должно быть. Ну, я сделаю пошире, чтобы я мог приземлиться туда, на птере. Блин, здесь, конечно же, пройдут. Мне придется еще пару штук сделать. Да, я хочу вот еще одну вот хрень вот сюда, короче, поставить, да? Пусть будет. Ну, конечно же, можно было сделать поменьше, но ничего страшного, сейчас нормально будет. Так, где у нас Коля? Я их вообще-то даже не изучал. Это у нас было из Смайти, я взял, да? Сейчас мы ищем. Вот они, Коля. Выучить. Быстренько вот так. И крафтим. Дерево 40, волокно 30. Сейчас добудем. Так, и Коля создаются. Так, у нас сделаем вес, короче, прокачаю до 210. Это у нас максимум будет. Больше ничего такого качать не надо будет. Так, берем следующие Коля и закрываем. Не, давайте все-таки... тачем, да. Добуду, короче, это дерево. Пусть оно падает, чтобы его никто другой не сломал, друзья. И
Как говорится, что не делается, делается к лучшему. А вход я не оставил. Я забыл, что я не на птере. Так, ну, значит, сделаем по-другому. Значит, ага, здесь, конечно же, нам не подняться. О, не, нормально, нормально, можно подняться. Но если я туда зайду, я оттуда больше не выберусь. Так что придется мне все-таки еще пару штук сделать. И сломать этот камень. Этот маленький, я смотрю, хочет притомиться. 90 левел. А что, можно даже за компанию? Сейчас притомим. В чем проблема? Притомим сейчас всех. Так, это у нас, чтобы не было перевесик. Сейчас давайте сделаем вот так. Камень сломаем на кремень, короче. Поменяем камень, как говорится, на кремень. Блин, что-то долго бьется. Пауза. Так, все, вроде камень вроде сломали. Сейчас берем, нет, не бинокль и не факел, а берем вот эти вот колья. Так, вот они. И сделаем какой-то вход. Вход туда для моего персонажа. Я думаю, вот так вот хватит. Я вот сейчас зайду. Еще есть шанс, что я даже не зайду. Ну-ка, давайте попробуем. Нет, шансов все-таки зайти сюда не будет. Ну, да, придется это все дело сломать. Тихо, тихо, нормально, нормально. Так, разрушить. И делаем еще одну пару. Есть, ресурсы у нас вроде бы есть. Давайте сделаем даже две штуки даже. И все это дело будет у нас шире. Так, короче. Ну, давайте вот так вот. Все. Я здесь зайду 100%. Ну, здесь как бы и враг зайдет, но для этого у меня есть Дина. Давай-давай, поворачивай. Вот так, нормально, нормально. Все, маленький, ты будешь здесь сидеть, а мы посмотрим. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас пройдем, нормально будет. Ты что там? Все, надо быстренько добыть, очень быстро добыть Prime Meat. На самом деле, очень-очень быстро. Три штуки у нас есть, но это мало. Так, это выкидываем, чтобы не было перевеса. И идем добывать. Там луч белый, он мне сейчас не нужен. Ищем. Ёлки зеленые, стега 84 левела. Придется мне его бить долго. Но мне кажется, сначала одного надо поменьше вырубить. Вот 18-го сейчас вырубим. Да, придется вот так вот прямо и сделать. Так, секунду. Вот так вот нам телефончик тут может помешать. Так, стаминка полная, так что погнали. Стего, иди в задницу. Мы тебя сейчас это вот съедим и на мясо. На мясо сломаем тебя и поломаем, короче, и разберем. Давай, давай. Давай, бей его. Бей его, есть. О, раптор, раптор, это мой, мой стего. Тихо, 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 тихо. А-а-а, они начинают бить. О, там Рекс. Тихо, 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 это мой стего. Тихо. Так, раптора придется убить. Сначала раптора. Секунду. Или этого раптора. А, там двое. Блин, елки-палки. Опасненько, опасненько. Маленькие, все ко мне. Мой стега. Мой. Мой, сказал. Мой, елки-палки. Знаю, знаю, знаю. Нормально, нормально, нормально. Так, тихо, стега, не мешай. Сейчас и до тебя сейчас дойдет очередь. Че ты мешаешь? Блин, вот это вот первая, как говорится, серия выживания. Ууу, 167-й. 160, тихо, не какай. 167-й раптор, это можно было его же притомить. Давай, тебя тоже сейчас съем сейчас и на мясо. Давай, ты уже красный, рапторы мне помогли, так что нормально. Нормально, 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 бей-бей-бей, я сейчас клацаю по мышке, сейчас, наверное, мышку сейчас сломаю, но... Е-е-е, 4 мяса. Ну, ребятки, у меня сейчас 12 мяса, так что погнали к этому, к птеру. Надеюсь, успею. Очень надеюсь, что я успею. Солнце уже, как обычно, садится. Погнали дальше. Так, пришли, пришли, пришли. Тихо, 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 маленький. О, о, нормально, я думал, он сейчас проснется. Нет, нифига не проснется. Так, как вас там, маленький? Давайте я возьму вот это вот у вас. Давайте я возьму вот это вот у вас. И чтобы вы не голодали. Кстати, надо было ему немножко мяса оставить. Чтобы вы не голодали, мы сделаем вот так. Мы сделаем вот так. И мы сделаем на всякий случай вот так. Посмотрим, 11 кусков мяса ему хватит для приручения или нет? 11 кусков Prime Meat'а, друзья. Давайте кинем, чтобы было видно более-менее, как он там кушает. Так, смотрим, приручение идет. У нас X... Эй, елки-палки, я думал, ты это, сразу приручишься. Приручишься, короче, притомишься. Елки зеленые, это больше половины, но все же еще понадобится мясцо, или...
А, не, у него 6 штук еще есть, значит, это ему хватит. 8 минут. Здесь у нас что? Еда 500. Так, сейчас будет у нас... Когда будет, наверное, 4990, наверное, вот тогда у нас он съест кусочек праймита. И на самом деле, мне кажется, это ему хватит. Да, придется просто подождать. Просто подождать. Никак, а елки-палки. Вот он сейчас, наверное, кусочек съел, нет? Нет, еще нет. Еще нет. Начинается. Садись. Тихо, как сесть? Твою мать. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Да. Так, вроде бы как показывает, если... Если я сдох на этих градусов, если взять West 3, могу прямо здесь и возродиться. Сейчас посмотрим. Ну, по крайней мере, так показывает это... О, здесь раптор маленький, елки зеленые. Бежать надо. Упс, бежать надо. А куда бежать? Пока не знаю. Блин, меня сейчас сожрут. Опять. Весело. Так, еще раз придется еще раз туда добраться. Вкусный. Да, да, наверное, очень вкусный. Ну, что ты, а рисниц дома, там уже в тер стоит. Или ты уже на нем был там? Нет, а чей там тер? Там уже птер стоит? Что-то не помню. На втором этаже по лестнице залезь, да я помню. А-а-а, понятно, понятно, значит... Ну я сейчас... Сейчас я посмотрю, где я сейчас на это вот резнулся. Тик-тик-тик-тик. А, я знаю, где я. Можешь подождать три... Можешь подождать 3 секунды, сейчас кровать сделаю, и у меня птер возьмешь, я... Да не, если не что, знаю, я дома резнусь, потому что я больше узнаю, как попасть сюда. Именно с дома, если резнусь. Так, ну... Ну я вижу, пока я что можно пешком. Я... На горе. Как это гора? Где вокруг горы? Это металл, знаешь, такой по углам расстеленный. Угу. Я примерно понял, да. Да, ребят. Там еще это гнездо Птерова. Жестко. Ну я вижу, раптор наш этот... справился с этим, с Карно. Я просто раптор оставил на вход в этот, там где томил птера. Ну там щель такая маленькая вроде бы. И должно быть нормально. И слышал, короче, только шаги этого Карна, бац-бац-бац-бац. И быстренько побежал к этому, к раптору, но не успел. Не успел на него сесть, не мог его никак захватить именно, что, знаешь, чтобы сесть. Он этот, Карна его раскидывал. Отталкивал. Ну да, отталкивал, да. Так, давай, поднимайся, поднимайся, поднимайся. Побежали дальше. Ну, если я сейчас еще раз сдохну, я по-любому резнусь домой уже на кровать и возьму птера сюда, прилечу. Угу. Там вроде я оставил ему и мясо достаточно, и... И это... Ну, вроде все так достаточно. Там дома киблы были. Да я это, думал, что пока найду, пока туда-сюда, не хотел брать с дома. О, там много рапторов. И бегают очень-очень быстро. Так, что-то мне интересно, я успею или нет? Не, давайте все-таки я сдохну. Не, все-таки я резнусь на кровать, потому что здесь до хера рапторов бегает. Сейчас я об них убьюсь и домой. Отсюда ближе, причем мне тут... Давайте, да, я вижу кровать очень рядом, прям очень... Ну, так, поставили кровать, ребятки, поставили нам кровать. И быстренько-быстренько Алекс поставил. И мы сейчас попробуем. А ты куда прям поставил ее? Где? Что-то я нихера не вижу. Нет. А что это за хибарка? Да я тут птер выращиваю. Все, сел, погнал. Сейчас только поднимусь. Пойму, где я. Так, сейчас только поднимусь и пойму. Пойму, нихера не пойму. Сейчас подумаю. Подумаем, поищем. Да прям 100%. Буря сразу, блин. Сейчас короче, костер поставлю. Ну, если что не найдешь, я костер поставлю, перетишь, мясо так, сделаешь. Сделаем вот так. И там у меня крайм есть здесь. Возьми в этом, в маленьком. Да ему хватит, он скорее всего это. Я беру, короче, прайм в шкафу 6. Вообще не.
Ему хватит. Вот тут в теле возьми сколько надо. Да там 200 штук у меня. Да ему 100 пудов хватит, я же говорю, он скорее всего уже проснется, чем... чем прайма не хватит. Чтоб наверняка уже. Так, я взял половину, короче. Так, и погнали. Блин, я, мне бы понять. Так, сейчас карту открою. Да, ищем, пока не можем найти. Так, ребятки, мне кажется, что-то я, наверное... О, наконец-то. Так, Птер. Кто там дерется? Карна, сейчас я тебе дам сейчас. Так, нормально. Офигеть. Короче, он притомился без меня. Блин, вот это вот хрень, блин. Он притомился без меня. Не знаю, это другой Карна или тот же, но тут еще один Карна был. И он еще как бы бился с этим, с Раптором. Птер его вроде тоже бил. Короче, все его били. Но не знаю, это тот же, вряд ли, потому что слишком много времени, чтобы они бились до сих пор. Мне кажется, уже второй уже тут пришел, блин. А может, если Птер по нему ни разу не попадал, то в принципе логично. А тут Раптор стоит, Раптор, и он его тоже бил, а Раптор блин, у нас тоже сильный. Ну да. Мне же Талия такого серьезного подарила. И это все попало на записи. Ну как попало на записи? На записи не попало то, что он притомился. Но то, что он сам притомился, это вот попало. Ну что, нормально. У меня как бы сейчас и сейчас тоже запись это включена. Твой птер, короче, 280-го, а этот притомился 258-й. Так что... А я томил 160 какой-то. Ну ты его еще прокачивал. Не, это да. Так, зову, короче, даже не знаю. Ходить буду на Рапторе домой. Ну как домой, к тебе туда. Блин, а к тебе это долго будет? В смысле, недолго. Давай. Да иди их... домой. А ты что сделаешь? Реснешься домой? Дома? А если что, через кровать или портнес. Да. Ну, через кровать до дома реснусь. Понятно, тогда буду на Рапторе, а этих просто за собой зафоловлю. Погоди, вроде этот не берет Рапторов. Не, не берет, вряд ли. Так. Я, в принципе, будку этого малому поставил, и тут, мне тут делать уже нечего. Ребята. Если сверху там гнездо было, я его нашел, 180-й маленький, думаю, ну вообще шикарно. Давайте сверху этого. Там все это гнездо и шипами обвелил, чтобы никто-то на него не упал, не сожрал. Понятно. Пока я шипы ставил, он какого-то хера вниз спустился, валяется. Смотрю, уже цифры бьют. Его бьет кто-то. Чудом я его спас. Да это вообще как всегда, блин. Ага, обородил я его тоже шипами. Перешел Рекс, ему похер на эти шипы, он просто сверху стоит и грызет тоже. Это, блин, да что за несчастье, Нептер такой. Пришлось дом строить, построил деревянный дом. Пришел опять Рекс, и он сказал, да мне пофиг на твой деревянный дом, и начал разбирать его потихоньку. Ну да, они же дерево разбирают, блин. Ну да. Так, хилим, ребятки, да, хилим, короче, этого. Пришлось камень. Он не скучно. Вынуждена. Да у меня этот, я смотрю, Раптор вообще дохлый, он чуть не ли это, ему там пару сотен этого хп осталось. Я даже не заметил, но он реально красный. Сейчас я его захилю, чтобы нормально можно было дойти. Так, друзья, дойдем, короче, до дома. Да не какай ты, заколебал. Все, какай да какай. Так, все. Всем сидеть. Остановиться. Всем... сидеть. Нас тут... А, там у нас Рекс. Нормально, нормально, нельзя. Там у нас Рекс, значит, уходим. Уходим отсюда. А сюда? А сюда, походу... Не, надо бы сейчас, наверное, все-таки разобрать эти шипы. Так, давайте все-таки разберем шипы. Там Рекс разберется с этим, с животным. Они там разберутся. Все. Разбираем шипы. И последний... шип, или шипы, как их там, блин. К сожалению, моего мешка, то есть моего персонажа здесь нет. Это получается, мой перс потерял все свои инструменты. Да, все, погнали домой. А мы куда пришли вообще? Мы пришли вообще-то с этой стороны. Идем домой. Вот такое вот у нас передвижение, короче, до дома. Бегу, 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 а эти вот... птеры, как
не знаю, и так крутятся. Не то, чтобы они прям, не знаю, какой-то линией там ходили за мной, бегали. Нет, они прям крутятся, вертятся, да, блин. Нельзя, когда у нас камера включена, вот так вот управлять раптором никак. Ой, тихо-тихо-тихо, не падай, надо будет включить нормальную камеру. И идем дальше домой, да идем домой, по крайней мере. Блин, только у меня такое может случиться. Томишь птера, думая, что все нормально будет, никто его не тронет, шипы не ставишь. Да что там ему, что там с ним случится? Нормально, да, нормально. Что с ним случится? Ничего такого случиться не может. Но нет, ребятки, все-таки мой вам совет. Если вы томите любого животное, ставьте сразу шипы. Неважно, какой там X, X5, X10, X20, я знаю, там это все быстро томится вроде бы. Но все же, ребятки... Ставьте сразу же шипы. Тем более, если у вас такой на тайминге стоит, на томлении стоит динозавр хорошего левела и, как говорится, раритетный динозавр, которого можно найти не так уж и легко. Так что обезопасьтесь, ставьте шипы, чтобы все было нормально, чтобы его никто не съел и чтобы ваше время не было потрачено зря. Ну а мы идем на базу. Да, ребятки, короче, жизнь в арке непроста. Она довольно сложная, но все же эта игра стоит того. Вот такие вот птеры у нас есть, давайте мы их прифоловим к себе. Так, секундочку, ты иди сюда. Ты иди сюда и не летайте как два дебила. Стоять, не дергаться, блин, садитесь. Конечно же, у Алекса у нас получается птерчик довольно. Ах, ты ж засранец. Иди сюда, я же говорю вам, стоять вот здесь. О, какая у него скорость-то, а? Неплохо. Смотрите, какой раскрас. Вот это вот раскраска, нехилая раскраска. Это, кстати, он не красил даже. Это получается у нас, не знаю, такие птеры на этом сервере, походу. А здесь, конечно же, я притомил птера, мне кажется, не знаю, обыкновенного или нет. Не знаю, видели вы такой раскрас или нет. Без понятий, но я не помню. Может быть, это тоже какая-то специальная краска, не знаю, потому что тоже как-то он так светится, какой-то весь глянцевый даже. Давайте посмотрим на его статы. Это мой 258-й птер, притомленный, да, был 174-й вроде бы. А что у него есть? 1400 хп, 1500 почти, что выносливость 1300, это неплохо. Урон в ближнем бою, кстати, неплохо, 338. Статы, кстати, у этого птера 338... урона, но я могу сейчас его еще прокачать. ХП 1500 почти. Так, давайте прокачаем. Не, погоди, сейчас его качаю. Ага, ну короче, ХП у него сейчас почти 1800, выносливость 1300 и урон 338. Пойдет? Там или да, не пойдет? Нормально, птерчик. Пойдет. Так что, ребятки, вот такой вот птерчик у нас притомился. Хорошо, довольно да. Трудно, не сразу же, не без проблем, но все же притомился. Кстати, он немножко красненький, да? Что у него там с ХП? А, немножко. С помощью, конечно, Алекса. С помощью его птера. Вот такого вот красавца. Короче, ребятки, в описании есть в описании под видео есть название сервера. Если вы хотите быть, как говорится, нашими соседями, можете заходить без проблем. Сервак вроде бы такой не заполнен. Он еще пустой такой маленько. Не видел там много народу, что было. Но, как говорится, жить можно и развиваться никто мешать не будет. Всем удачи и всем пока. С вами был Кентавр. Это была игра Ark Survival Evolved. Всем удачи. А этому надо будет сделать седло.